Чемпионат Еврейской автономной области по баскетболу среди мужских команд стартовал в биробиджанском спортивном комплексе «Дружба». Это первенство проводится в ноябре каждого года. На площадке встретились лучшие баскетболисты региона. 6 команд возрастной категории старше 16 лет. Участников разбили на 2 подгруппы. Представлен у нас Ленинский район, Смедовичский район, Облучинский район, Биробиджанский район, команда города Биробиджана. И вот вместо команды Октябрьского района мы выставили команду спортивной школы города Биробиджан. Открыли соревнования команды города Биробиджана и Смедовичского района. Хозяева площадки выиграли первую игру со счетом 95-28. Команда Биробиджана сборная. После 6 лет перерыва решили собраться старым составом, чтобы вновь попробовать свои силы. За плечами одного из участников команды Константина Мавровского 22 года спортивного опыта. С каждым годом команды только лучше и лучше приезжают. Команды молодые, перспективные ребята, скоростные. Сегодня, если честно, мы немножечко за счет возраста уступали. Тяжело передвигаться, уже не так тренируемся, как раньше. Вот решили собраться, поиграть. Ну что хочу сказать, ребят, еще все впереди, но сегодня выиграл опыт. По итогам двухдневных соревнований первое место взяла команда Биробиджанского района. Серебро у баскетболистов из столицы автономии. На третьей строчке Смедовичский район. Уже через неделю пройдет женский чемпионат. Никита Натапов, Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.